надо писать. Взять ручку и жиром написать. Спасибо. Спасибо. Петрочка, слушай, а ты не видела случайно, как это называется, растяжку? Надя Савченко, ты должна быть в Итане. Вот, вот, наверное, у заборчика там где-то. Они? Да, ты. Возвращайся, мы знаешь где все, я знаю. Да нет, мы платим за ее. А у кого второй? Сейчас иду, хочу кого? А вот это вот. Да, я подойду.